Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип-Топ. И в этот раз мы подготовили для вас вторую часть из 13 фильмов, которые вышли в 2021 году. Да, это не кликбайт, и все фильмы из выпуска вышли в течение последних 2 месяцев. Кстати, хочешь получить от нашего канала 5000 рублей? Тогда подпишись на канал, нажми лайк и посоветуй фильм в комментариях. За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту. А это победитель из прошлого видео. Может, в этот раз выиграешь именно ты? Жду тебя в комментариях. Без лишних слов нажми лайк и подпишись, ведь это займет всего лишь 5 секунд. А мне будет очень-очень приятно. Приятного просмотра. Кроссаут. Многопользовательский экшен про мрачное будущее, в котором рейдеры сражаются за ресурсы. Катаклизм опустошил Землю. Единственный способ выжить – построить мощный бронемобиль и отправиться в бой. Тебе доступны сотни пушек, колес, кабин и уникальных приспособлений. Арсенал включает в себя как орудие дальнего боя, вроде лазерных пушек, миниганов и артиллерии, так и ближнего. Огнеметы, копья со взрывчаткой, гарпуны, комбайны с пилами. Выбери свой стиль игры. Собери легкий и маневренный, но слабо защищенный реактивный пикап с невидимостью или неповоротливый, но неубиваемый танк с дополнительным боезапасом. Уничтожай других игроков в драйвовых и стремительных битвах или попытайся вместе с командой разобрать на части огромного босса. Создай клан и участвуй в турнире. За победы ты будешь получать уникальные детали для улучшения старой машины или создания новой. Качай Кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. 13 место. Афера Оливера Твиста. Паренек по имени Оливер Твист живет на улицах современного Лондона и промышляет воровством, чтобы выжить. Однажды он знакомится с эффектной дочь, которая работает профессиональным вором Фейгином, и его напарницей Сайкс. Тогда они подговаривают Твиста помочь им украсть бесценную картину. Продает одну из 6 картин Уильяма Хогарта. Он забрал у меня все. Все. Я отплачу ему. 12 место. Комната. В день, когда Стелла решает покончить с собой, в дверь стучит незнакомец и утверждает, что забронировал комнату для гостей. Удивленная, но очарованная этим человеком, который как будто бы очень хорошо ее знает, Стелла решает впустить его. Но с появлением Сандро, разбившего сердце Стеллы, дом погружается в хаос. Я тоже не всегда была в этой комнате. Я как Алиса. И это шанс выбраться. Мне страшно. Я знаю. 11 место. Блаженство. Немолодой разведенный мужчина по имени Грег на рабочем месте увлекается рисованием дома своей мечты. И этот день у него не задался. Сначала кончились лекарства, потом его уволили, а после произошло еще одно неожиданное событие. Грег бежит из офиса в бар через дорогу и там встречает странную женщину Изабель. Она утверждает, что все и все вокруг не настоящие, а только они с Грегом вполне реальны. И все эти люди... не настоящие. Это лишь симуляция. Готов? 10 место. Локдаун. Лондон. 2020 год. Из-за пандемии коронавируса большинство жителей вынуждено сидеть дома. В их числе Линда и Пэкстон. Она возглавляет региональное отделение международной компании, а он работает простым водителем в курьерской службе. И оба уже давно считают, что их ничего не связывает. Но вскоре судьба подкинет паре интересную возможность, и каждый внезапно обнаружит, что у них все еще очень много общего. Девятое место. Заступник. Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки. О чем ты думал, увозя его? Его уже ждали на границе, чтобы убить. Ты хоть понимаешь, на что я ради тебя пошел? Хотите помочь? Везите обратно. Сам домой доберусь. 8 место. Ниже нуля. После нападения на фургон с заключенными, ответственный за перевозку полицейский вынужден сразиться сразу с несколькими врагами, включая пронизывающий холод. Добрый вечер. Отпустите его и уйдете живыми. 7 место. Ахана. В поисках сокровища. Лето в Оаху принимает захватывающий оборот для брата и сестры из Бруклина, когда они находят дневник, указывающий на давно потерянные сокровища. Эй! Откуда у тебя ночные войны? Ты знаешь про них? Это призраки ночных воинов. Призраки ходят по ночам. Когда подойдут, услышишь барабан.
Все, сладких снов. Шестое место. Дать дуба в округе Юба. Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает, словно услышанная вселенной женщина вмиг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на телевидении. Вот только скелет в шкафу. Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок к дотошным копам. Но раз, вкусив интереса к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопониманий и идиотских поступков рождает эффект домино, который не щадит никого. Карл не из тех, кого похищают. Он из тех, кто сбегает от жены. Вся эта история с похищением – чушь собачья, ты должна признаться. Пятое место. Bad Trip. Двое друзей отправляются в путешествие, во время которого разыгрывают людей, используя скрытые камеры. Они называют это пранками и социальными экспериментами. Четвертое место. «Дьявол в деталях». Октябрь 1990 года. Уже немолодой заместитель окружного шерифа Джо Дикона по прозвищу Дики отправляется с мелким поручением в Лос-Анджелес. Именно тут, 5 лет назад, он был уважаемым детективом, но одно расследование испортило ему жизнь и подорвало здоровье. Дики знакомится с молодым амбициозным коллегой Джемом Бекстером, который ведет дело об убийствах, подозрительно напоминающих те самые нераскрытые 5-летние давности. Дики решает задержаться в командировке, на этот раз довести дело до конца и вычислить маньяка любой ценой. Дело в деталях, Джимми. Мелочи разрушают твою жизнь именно на них. Третье место. Раскопки. Вдова Эдит Претти подозревает, что на принадлежащей ей земле спрятаны сокровища. В попытке найти сокрытое, она организовывает на территории археологические раскопки. Все захотят свою долю, но нашли их вы. Второе место. Палмер. Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной городок. Парень надеется наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать. За что тебя посадили? Неважно. Что было, то было. Первое место. Мальком и Мари. Начинающий режиссер Мальком и его девушка Мари возвращаются домой после премьеры его дебютного фильма. Мальком возбужден и с нетерпением ожидает реакции критиков, а Мари не может простить ему, что он не упомянул ее в благодарственной речи. Нарастает каскад взаимных упреков и претензий. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов, которые вышли в этом году. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. И не забывай про кроссаут, ссылка на них находится под видео. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы, а я пошел играть в кроссаут. Пока-пока.